Фейл, НВО умер. Ну что еще? Демон на вершине Каражана? Что здесь творится? О, 1000 рублей еще была? Я не могу, еще раз говорю. Блин. Я могу чекнуть без экрана. Хорошо. Ты не кинул 1000 рублей, сейчас я чекну без экрана. Добрый почонок. Ты мне кинул в сумме уже 1700 рублей. 1700. Окей. Без экрана максимум, чел. На экране я не буду показывать. Я не могу этого себе позволить. Я объясню почему. Без экрана, ща... доиграю игру, чекну. Без экрана, без экрана. С экраном я пас. Не могу. Не могу себе позволить. Ни за какую сумму. Без экрана, ладно, блин, ты меня уговариваешь, но... Без экрана почекаем. Да отстань от меня, педик. Больно, блин. Хейл, and well met. Хейл, and well met. Я проигрываю или выигрываю? Кто не шарит? Ай! Больно! 4-2. Убивай пушку, что ли? Пока рано. Держим! Держим! Узника! Узник! Узник! Ну вы поняли, узник! Рафлан супер ебало. Но не буду. Пукич Кинг? Окей. Let the plakage! О, блядь. О, блядь. Ой, блядь. Я уже пошел. Ай. 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 Ауч. Только не ставьте рев. Узник совести. Здорово! Ну здорово! Poison, poison, please, найди poison, найди poison, please, умоляю poison. Сейчас сделает Angora belongs to the Titans? And well met. Нужно, чтобы Лич Кинг постоял еще один ход. Однозначно. Если он сделает, что Angora belong to the Titans, ну что поделать. Можно сюда пальнуть койл. Но я не вижу смысла. Я хочу Лич Кинга по-любому еще раз что-то получить. А Оешку, например. Допустим, он сделает Angora belong to the Titans. Что, меня сотрут?
Не совсем. А если он сделает Silence? Допустим, он сделает Silence и Angoro belong to the Titans. Я получу много дэмэджа, но я выживу. Потратить на Angoro. Но облитрейт тактика. Хотя я могу сделать облитрейт на утро и сыграть узника. Узника совести. Angoro belong to the Titans. Ну что еще? Ооо, красава, спасибо. Ща, допиздим паладина. Не зря оставил узника совести. Не зря. Здорово! Здорово! Где пушка? Что с ебалом? Чисто узник совести тащит. Не попал! В ебальник что ли заломиться? Могу заломиться в ебальник, могу не ломиться в ебальник. Бумц. Не проснется. Какой смысл ломиться в ебальник, если можно не ломиться в ебальник? Ну что и... Многие делают трекеры, тем самым облегчая себе геймплей. Да не хочу, мне лень. Санчейс равно имя Сани, а Трекер равно Санчейс. Моя первая онлайн игра, просто Санчейс обычно везде занята. Будь здоров, минус 201. Плюс 201, с умом потрачено. Санчейс, СК, на пятерочку максимум. Ну ты тоже сам понимаешь, что так себе. Свет, которого ты рублей за оценку инстаграма. Но я не на экране, я открывать не буду на своем экране. Оценю вне экрана. Захожу, оцениваю прямо сейчас. Так, сейчас посмотрим фотографии по очереди. Ну, как минимум неплохо. Не, ну как минимум неплохо. Короче, посмотрел. Спортивная такая девочка. Как минимум неплохо, точно. Повторюсь еще раз. Сори, на экране не могу смотреть, потому что все будут просить. Не могу себе позволить. Не могу показывать на своем экране. Сказал оценить по 10-бальной шкале. Я не хотел бы. Ну, скажем так, то есть я объективно понимаю, что вот реально неплохо или даже лучше. Объективно понимаю, но как бы это не совсем мой типаж. Не совсем мой типаж, поэтому ну, я не хочу оценивать по 10-бальной. Неплохо и даже лучше. Ну, то есть ты понял, не фигня.
Таунт Друид. Пощади ебало. Ты плакишь, speak to me. Динче! Что дрогнулся? Да, это таун друид, походу. Ну, на самом деле, если не придется ва, я проиграю, конечно же. Хотя, а да, это таун. Нужна сова. Нужна сова, как только так сразу. Сова все решает. Придет сова, нормально. Не придет, проиграл. Сова плюс зачистка. Доби! Доби! О, красиво. Еще один динозавр. Ну-ка возьмем телека с 9 маны, похуй. Конечно, в моей колоде и так много карт за 9 маны, но ладно. Опа, сайленс, ура. Бумс. Теперь нужна зачистка, потому что есть сайленс, но нету зачистки. Anyway, можно проебать. Супер изи. Это плохо. Есть сайленс, но зачистки нет. Смотрите, я не могу тратить сайленс. Понимаете почему, да, надеюсь? Если я трачу сайленс, я проигрываю. Anyway, он меня убивает, неважно. Я трачу сайленс на кубы, только на кубы. Два куба, два сайленса. Только так можно выиграть. Это единственный вариант, когда выигрывается этот матч. Два сайленса, два куба. Понимаете, да? Только так. Опять же, тут сайленс все тратить. Вспомните, сайленс только тратится на кубы. Если вы хотите выигрывать этот матчап, никогда не тратьте сайленс. Ни на Пукичкинга, ни на Пукичкинга, ни на паука, ни на кого. Только пук. Когда он делает пук на паука, вы тратите сайленс, иначе вы проигрываете матч. Запомните. Мисплей, надо было сначала удариться, потом. Вот, здесь сайленс тратится. На кубический, вещает попически. Два попичкинга, пиздец, жестко. Зачистки нету, сейчас проиграю. Но я не виноват, я сыграл идеально. У меня зачистки не было. О, зачистка. Вовремя. Хотя мы могу зачистить без. На, подумали, могу зачистить. Мэйби нормально. Так, ну по-любому сайленсом 100%. Теперь вопрос. Тратить ли броню? Я могу зачистить с помощью King Mosha. Но я не могу убить двух Пукичкингов. Если я смогу убить двух Пукичкингов, было бы найс. Я могу попробовать дровнуть Шилдслам, тогда я смогу убить двух Пукичкингов и не тратить Рэгнес Фури. Но это риск. Это very риск, поэтому мы чистим. Дальше. Теперь